Ребята, всем привет! Вот я наконец-то и отработал первый день свой на мувинге и хотел бы с вами поделиться первыми впечатлениями. Ситуация была такая. Собирались мы в 8 утра на парковке. Обычно так происходит. Иногда бывает то, что, например, тебе говорят, надо подъехать, например, к 8 часам, но по факту ты приезжаешь и ждешь. Это бывает, в принципе, довольно часто. Ты ждешь, пока остальные люди тоже подойдут. И все уже с этого места двинутся на траке на свое место дислокации, где им нужно будет таскать мебель. В общем, благо я приехал к 8, в 8.05 мы уже поехали на траке, значит, на адрес. Ехали мы, кстати, достаточно долго, но виды там, конечно, были классные. В кабине у нас было 3 человека, потому что там всего 3 места стандартно. Трак был, в принципе, достаточно большой по размеру. Сколько прям в кубометрах, я вам не скажу, но на видео это будет, в принципе, видно. Я там поснимал немножко. Печально, что за нашей работой следили заказчики. Они все время были с нами. Также были камеры в доме, так что особо я там ничего не поснимал. Ну уж не обессудьте, как бы, что есть, то есть. В общем, доезжаем мы до места. И начинается у нас работа. Значит, по тому, что вам нужно знать, если вы пойдете работать на мувик. В принципе, очень много компаний русскоговорящих, так что проблем не должно быть. Но на всякий случай. Основные понятия. Первое – это двойка, это тележка с двумя колесиками, такими большими. Дальше идет четверка, это тоже тележка, немножко другого типа, там уже 4 колеса, мне таких маленьких. Дальше идет шринг, это у нас лента, стрейч-лента, которую надо заматывать вещи. Потом тейп, это обычный скотч, WordPack, насколько я помню, это у нас квадратная коробка, такая она собранная, туда обычно складывают всякие, там, либо одежду, либо какие-то вещи, которые бьются. И также есть упаковка под названием, насколько я знаю, SpeedPack, там она уже больше по размеру, и туда тоже складируют всякие такие, там, большие и бьющиеся вещи, в общем. Все, начали мы работать. У нас, значит, был заказ. Квартира 3 bedroom. Это получается 3 комнаты плюс living room и кухня с гаражом. Что могу сказать по работе? В принципе, если все делать по уму и у вас адекватные компаньоны, то работать, в принципе, несложно. Но вы должны понимать, что это все-таки работа грузчиком. И бывает такое, что попадается реально тяжелая мебель, потому что вот у меня ребята работают, знакомые, у них реально были заказы, когда очень, прям очень тяжело было работать, именно из-за того, что, ну, просто очень тяжелая мебель, вот и все. Там не помогали ни тележки, ни двойки, ни тройки, ни четверки, вообще ничего, потому что, ну, реально, мебель была очень тяжелая. Мне, благо, повезло, мебель, в принципе, ну, была адекватная. Вот кровать мы разбираем, 2 штуки. Вот двоечка. В общем, все, мы загрузили это все в трак. Дальше мы поехали, перекусили. Бывает по-разному. Либо ты перекусываешь за свой счет, имеется в виду, покупаешь себе еду. В некоторых компаниях иногда угощают тебя едой. А в самых лучших вариантах, когда сами клиенты покупают тебе, там, например, там, пиццу, суши, еще там чего-то. Ну, в общем, на твой выбор. В принципе, к сожалению, у нас такого не было, вот именно в моем случае. Так что кушали мы как бы за свой счет, но в принципе ничего там страшного нет. Но в процессе работы, когда мы договаривались об обеде с клиентами, нам сказали, что мы якобы очень медленно работаем. У нас было 4 человека. И типа надо бы нам прибавить скорость работы. На что наш форман сказал, что типа, мы работаем как работаем, типа, в нормальном темпе, так что давай типа не выпендривайся. Получается, мы покушали, дальше поехали на другой адрес. Туда где-то около часа ехали. Там все стали разгружать. Также очень важно, проверяйте всю технику перед тем, как вы ее будете загружать в трак. Ну, мы проверяли в основном телевизор. И у нас случилась такая оказия, что было 2 огромных телевизора там. Реально там, наверное, в диаметре. Так, подождите, не в диаметре, в диагонали, наверное, ну, метра по полтора. Оба тонкие,
Мы включили один телевизор, он нормально показывал, я его сфоткал. Включили второй телевизор, там у нас знакомый проверил, форман, сказал, что вроде нормально показывает. Попросил сфоткать. Я его сфоткал, телевизор, но не обратил внимания на саму фотографию. А потом уже после смотрим, когда выявилась проблема, то что якобы этот телевизор разбитый оказался. И на фотке видно, что там были черные такие полоски, и было уже повреждение. Хотя Форман этого не видел, как бы глазами. Так просто посмотрел, ну вроде как бы нормально, и все. Но на снимке, на телефоне видно, что уже повреждения были. Ну, в общем, по итогу, насколько я знаю, сделали скидку клиентам около $400. Но по фотографии телевизор уже был с повреждениями. Просто, скорее всего, либо клиенты не знали, либо они так специально, как бы, ничего нам об этом не сказали. Я надеюсь, что это не отразится никак на нашей работе, имеется в виду на оплату труда. Просто в некоторых случаях, насколько я знаю, бывает такое, что людям просто убирают полчаса, час работы и платят поменьше. Насколько я слышал, обычно у крупных компаний все вот эти вот перевозки и все вещи, они страхуются. Там какая-то есть платная страховка, бесплатная страховка. Так что надеюсь, что все будет нормально. И у нас деньги не вычтут, потому что работал я за $18 в час, я был хелпером. Также обычно есть такие позиции, как форман. Это тот, кто разговаривает с клиентами. И есть драйвер. Обычно форман и драйвер – это один человек, который договаривается с клиентами и вводит трак. По оплате у них получается примерно… Вот я 18 получаю. Ну, я надеюсь, что мне заплатят. Так, в среднем примерно по LA в хелпере на мувинге примерно получают там от 16 до 18, ну так, плюс-минус, в зависимости от компании. Дальше у нас идет, это драйвер, он получает там, ну, примерно 20, там 20-22 в среднем, и идут форманы, они могут получать там и 24, и 26, там, где-то даже я до 30 слышал, если как будто ты давно работаешь, то у тебя может быть такая ставка. Еще работа оплачивается, получается, с момента того, как вы приехали на объект, именно к дому, и начали работать, вещи загружать в трак. И заканчивается в том месте, где вы уже вещи загрузили в другой дом, например, и все. Форман подписывает там какой-то контракт, что типа работа закончена. И вот вам считается вот все это время, когда вы добираетесь до парковки, где трак стоит, либо когда вы едете просто на этом траке до места, до самого дома, трак пустой. Это время не оплачивается никаким образом. Ну и также, как логично предположить, что оплачивается трак, когда он уже груженный. Вы заехали в один дом, загрузились в трак, поехали там в другой дом, вам ехать час, вы едете уже в груженном траке, то это время, безусловно, оплачивается. Здесь мувинг – это прям такая достаточно большая сфера деятельности, будем так называть. И траки подготовленные, там деревянные полы, чтобы особо ничего не царапалось. Там всякие стрепы есть. Есть бланкеты, это полотенца. Так что именно в Америке этот бизнес прям хорошо очень развит и поставлен на поток, потому что очень много людей переезжает каждый год. По сезону, если говорить, то, насколько я знаю, не сезоном считается примерно там, ну, где-то с сентября, с октября по февраль-март. Дальше, начиная с весны, уже появляется работа. У людей заканчиваются контракты, у некоторых заканчиваются они в январе, там тоже есть такой небольшой всплеск по работе. Вот. Но сезоном считается для мувинга это именно примерно с марта по сентябрь-октябрь. Там работы очень много, люди очень интенсивно переезжают, так что, в принципе, там даже людей не хватает. Также мы перевозили холодильник, он был side-by-side, такой двустворчатый, с двумя дверьми, большой. Для этого мы снимали двери. Также еще разбираются какие-то крупные предметы, это могут быть какие-то большие диваны, кровати, может быть шкафы, если они прям не пролезают в проем дверной. Так что их тоже нужно будет разбирать, упаковывать в пленку, в одеяло. Телевизоры, как правило, если они большие и хрупкие, то их перевозят именно в коробке, в одеяле, в общем, ну, максимально это все запаковывают. Также нужно понимать, что ваша задача, если все-таки вы решитесь работать на мувинге, это чтобы вещи доехали в целости и сохранности. Для этого острые углы какие-то,
бьющиеся предметы надо прям очень тщательно заматывать. Еще по поводу чаевых. Обычно чаевые даются, но в моем случае я ни хера не получил. Чаевые могут там составлять, я не знаю, там 10-20 долларов на человека. Иногда, вот у меня знакомый работал, он за 3 часа получил 120 долларов чаевых. Это получается отдельно, просто от клиента. Так что бывает и такое. Так что чаевые могут быть копеечными, и чаевые могут быть, ну, реально даже больше, чем сама работа стоила. Минимально по оплате это от 3 часов оплачивается мувинг. И еще что-то хотел сказать. Забыл. Ну да хрен с ним. Ну что, ребятушки, на этом пока все. Всем удачи и увидимся.